Всем привет! С вами Ранур и прекраснейшего вам настроения. Итак, это третья конкурсная работа. Тяжелый ракетный крейсер. Ну как тяжелый? Ракетный крейсер Валхалла. Вот как он выглядит со стороны. Это крейсер, который и с собой имеет, кроме всего прочего, на борту три малых корабля. Ну, в принципе, теоретически способен нести еще как минимум один. А при построении второй палубы сможет и больше нести. А у него есть парковочная, что называется, отдельная кабина для парковки. Вот. Значит, здесь специально доступ для того, чтобы заряжать техникам корабли и сами валькирии ракетами. Вот. Да, это валькирии. Значит, здесь у нас находится лифт. Который иногда бывает увеличивает. Место для посадки команды. Сигнализационные огни команде. В принципе, карго-контейнер. Вот, это лифт вниз. Удобно расположены для настройки. Тонко настроен как бы, генератор, как видите. Вот. Гироскопы все доступны, то есть к ним можно реально подойти, реально их можно пощупать, потрогать, починить все объекты, если это необходимо, да. Вот, что еще здесь имеется? Задний отсек, где расположены, опять же, доступ ко всем движкам, да, корабля, все движки корабля доступны, опять же, для ремонтных работ. Здесь, пожалуйста, можно достать необходимые компоненты и просто чинить изнутри двигатели. Дальше. Подъем в боевую рубку капитанскую. Выход на палубу, кстати говоря, здесь же расположен. К ракетам. Здесь где-то примерно кончается гравитация уже. Так, ну давайте вернемся в капитанскую рубку. И направим наш... То есть гравитация еще рано отключил, да? Вот, наконец-то появилась гравитация. Да, точно так же здесь можно, по идее, технически будет разместить тоже еще кораблей. Малых кораблей. И некоторое количество. И рубка управления. И, кстати говоря, да, вот он тот самый майнинг хаулер. Это реально вот именно тот самый корабль, да, который на себе в прошлой серии я пытался с ним разобраться. Вот он реально несет большое количество. Да, кстати, как стреляется, можно посмотреть. Замечательно. Все работает. Тот самый майнинг хаулер, с которым мы сейчас попробуем расправиться. Но для начала я хотел попробовать в действии, да, такую вещь, как валькирии. Вот. И для этого сейчас мы спускаемся в док в наш и загружаемся валькирию. Значит, что есть валькирия? Валькирия есть искусственная масса, вот, кроме всего прочего, которая позволяет достаточно легко ей выходить из дока, вернее, садиться в док. Также впереди, как вы видите, находится такие вещи, как уголки, да, это противоракетные демпферы. Надеюсь, у меня получится сейчас. Ну, как минимум посмотрим, на что способна эта пташка. Она достаточно мобильна. Правда, в ней находится 7 малых реакторов.
Ну что ж, посмотрим, насколько оно... Да, не сильно мы оказались способны выдержать атаку. Сейчас попробуем добраться таки до ракетного крейсера и с помощью него непосредственно уничтожить оборону Манинхаулеров. Ну, в принципе, это больше даже не технический рабочий корабль, да, это больше такой арт. Это просто красивая штуковина, не более того, на самом деле. Поэтому, конечно, рассчитывать на то, что с помощью этого можно реально воевать, конечно, не стоит, но, тем не менее, хоть как-нибудь повоевать мы сможем. Еще раз повторюсь, это третья конкурсная работа, да, для участия в совместном летсплее вместе с Шотом и Вакотом. Ссылки будут в первом комментарии, как обычно. Ну что ж, попробуем, посмотрим, на что способен наш крейсер. Вот, способен на что-нибудь вообще. Он красив, да, внутренний дизайн проработан у него достаточно хорошо. Какие-то дикие лаки опять начинаются у меня, к сожалению. Я, честно говоря, не пойму, происходит ли стрельба или не происходит. Не могу понять, честно говоря. Так, только что уничтожили рубку, да, и стрельба, наверное, не происходила. Так. Да, как минимум, в принципе, к бою этот корабль особо не приспособлен. Ну, вот Валькирии, в принципе, так, тяжелые перехватчики, не более того, то есть они не способны к тому, чтобы действительно воевать именно с такими тяжелыми кораблями. Тем не менее, реактор еще боеспособен. Вот. Мы еще живы, как это ни странно. Попробуем выйти еще одной валькирией. Да, даже залпа не получилось сделать. Ладно, ребят, на этом, в принципе, все. Этот обзор данного корабля можно считать законченным. Бум. Так, ну что, давайте еще третью валькирию попробуем. Попробуем за счет большой боковой скорости сделать что-нибудь. Ну да, даже опять не получилось выстрелить. Да, вот этот Манинхаулер — это более тяжелая система, да, чем чем тот кораблик, который был в прошлый раз. Это действительно очень тяжелая для захвата баржа. И мне действительно очень-очень много ресурсов. Давайте все-таки попробуем. Чисто за счет того, что мы в креативе, да? Получить доступ все-таки к начинке корабля. Просто чтобы вам показать, что внутри этой штуки и насколько действительно мощная баржа. То есть насколько много вкусного внутри. Не имеется. Попробуем сейчас залезть внутрь через дырки, которые образовались. Так. И
Нам, в принципе, достаточно получить доступ к любому интерфейсу, да, чтобы показать, что у нас здесь хранится. Даже учитывая то, что я кое-что сумел разрушить. Смотрите, огромное количество ресурсов, да, достаточно дорогих, огромное количество патронов и прочие-прочие всякой разной штуки. То есть, действительно, это баржа, которая имеет в себе очень-очень много ресурсов. Но захватить эту баржу очень действительно тяжело. Все, всем спасибо за просмотр. Да, вот тут нас сразу встречает еще одна штуковина, которая хочет нас, желает нас уничтожить. Вот. Ладно, все, в принципе, на этом все. Всем пока. И счастья вашему дому. До следующих серий.